В Барнауле откопали боевой 120-миллиметровый снаряд. Водитель грузовика в районе поселка Новосиликатный загрузил песок и повез его на другой конец города, на территорию бывшего завода КХВ. А когда там стал разгружаться, увидел неожиданный предмет. Оказалось, вместе с песком он привез ржавый боеприпас. Водитель тут же вызвал полицию, снаряд вывезли на полигон и уничтожили. Кстати, на месте нынешнего песчаного карьера в Новосиликатном когда-то тоже был военный полигон. Вероятно, там взрывоопасный предмет забыли военные.